решил по-быстрому, без буя, проверить старые места. Таймешек взял и на удачу отшельнику клешню пожал. Вначале шло все более-менее. Взял на подныре зубарька, в горб пылика промазал, стрелял от него издалека. Еще один довольно крупный. Тут я с атакой не спешил, вдохнул, нырнул почти вплотную, бабах, и в камень выйдет. Как так? Себя я проклинаю. И наконечник обломал. Что делать? Бросать охоту в таком азарте я не стал. Пускай гарпун мой не остер, и выстрел получился мимо, но горбыля я отследил. И вмазал в самую хребтину. Сошел горбыль, но недалеко. С таким ранением не живут. Ближайший грот он заховался, но я нашел его и тут. Всплыл, заряжаю свой таймень и краем глаза наблюдаю, чтоб мой подранок не ушел. И вот его я набираю. На вылет выстрел не дает ни шанса на его спасение. Вот он, трофей, уже в руках. Какое ж это наслаждение. Дорогие друзья, если вам понравилась сказочка, напишите об этом в своих комментариях. Поставьте лайк или люба. Если вам не понравилась сказочка, проходите мимо. Есть других куча видео.
не ставьте дизлайков. До новых встреч, дорогие друзья. Как мечталось, так и сталось. А еще мне сказать осталось. До свидания. Спасибо за внимание. Вот тут и сказки.